Итак, уважаемые, очередное видео. Ну, как всегда, в пчеловодстве есть много неизведанных тайн и много различного опыта разных пчеловодов. И хочется поделиться с вами еще из журналов старых пчеловодных 1958 года, 8 номер. Здесь делятся те люди, которые делились в свое время в 58 году. Они, естественно, уже отошли в вечность, но ихняя информация осталась. Итак, друзья, опыт этих людей мы прослушаем сейчас. Очень интересный есть опыт того времени. И нам интересно будет знать, как люди развивались в то время по пчеловодству. Один пчеловод пишет: «Мой опыт смены маток в ульях-лежаках. Мне хотелось бы поделиться опытом выращивания сильных семей к взятку и смены маток в улье-лежаке. Я сконструировал раздвижную разделительную доску. Она удобна тем, что ее можно плотно установить в любом месте улья, не имея никаких пазов или планок, уплотняя ее к стенке улья с помощью специального клина и кармана для помещения сетки». Сейчас я вам покажу, что это представляет. Это представляет приблизительно вот эта вставная доска. Вот. Он ее разрезал вот так, по конусу. Сюда вставляется в центр клин. Клин сюда вставляется в центр. Вот. И колебание этого клина небольшое. Снизу прибита планочка. Полностью планочка прибита. Вот, вот. А на одной планочке оно держится и колеблется, как говорится. Здесь, естественно, плечики, но на плечике раздвигается и плотно. Когда оно раздвигается, колебания между низу 2,5 мм, он описывает. В одной половинке он сделал такой карманчик. Вставляется сюда сетка или вставляется сюда разделительная доска. То есть такие пазочки он сделал, что вставляет эту половинку. То есть она не на всю половинку, а такой карманчик, как кошечка, и вставляется туда сетка или доска. Вот. И если слушаем, что он дальше пишет. Это значит, это у него такая раздвижная доска. Надо его раздвинуть, надо сдвинуть, он ее приподнял. Колебания хорошие у него. 2,5 мм оно не прилипает. Воском или пропольсом не заклеивается. Читаем дальше. За 3-4 недели до главного взятка от семьи, в которой я решил заменить матку, формирую отводок на 2-3 рамки и даю зрелый маточник. Отводок отделяют основной семьи раздвижной доской, в которую вставляю сетку с ячейками 3 мм. Ну вот так, если представить, это вот с этой стороны сетка, стоит 3 мм ячейки. Вот, вот этот отводок он отделил. В лежаку на 3-4 рамочки отделил. Прямо в лежаку делает так он. Читаем дальше. Вот. И дает маточник. Что дальше происходит? Как только матки в отводке начнет откладывать яйца, я отодвигаю доску в сторону гнезда семьи со старой маткой. При этом сетку из разделительной доски вынимаю. Обратите внимание, это вот представьте себе, эта сетка, еще раз показываю, в разделительной доске стоит. Это сетка, он ее вынимает, на место ставит разделительную решетку. Уже матка начала класть. И эту доску, где было тут, допустим, 3-4 рамки, он отодвигает. То есть увеличивает отводка пространства. И что же дальше происходит? Смотрим дальше, что он пишет. А взамен ставлю полоску разделительной решетки, через которую пчелы отводка и основной семьи свободно общаются. А драки не происходит, потому что отводок именно от этой семьи был. И пчелы за тот период еще не успевают умереть, и они все имеют один генетический код и один запах, потому что до этого была сеточка у них, вот такая сеточка стояла, и они имели один запах. Поэтому это он сообщает очень быстро. Дальше что происходит?
через который пчелы отводкой основной семьи свободно общаются. С ростом отводка гнездо его постепенно расширяю в сторону гнезда бывшей основной семьи, сужая основную семью до 2-3 рамок. То есть сначала была основная семья, которая имела много, а отводок мало. А потом наоборот меняется. Этот мало, а отводок больше. То есть рамки переставляет и создает условия для развития отводка. Таким путем я создаю главному взятку семью с большой силой, с молодой маткой. А старую матку из отводка удаляю поздно осенью при сборке гнезда. Как мы поняли, что здесь было в лежаку у него два, допустим, это если лежак, вот это вот, два литка. По-видимому, фронт один с одной стороны, другой с другой стороны. Раз он так делал и передвигал, то семьи свободно там развивались. Ну, это мое предположение, он тут не описывал, что он имеет два литка. Ну, в принципе, оно так напрашивается. Вот, читаем дальше. Применение описанной диафрагмы и потолочины позволяет мне легко наращивать большое количество пчел в семя главному взятку и к зиме. Обратите внимание, главному взятку и к зиме. Что интересно, вот это вот и к зиме, я немножко поясню и будет возможность где-то еще зачитаю такую информацию, что к зиме зачастую матки, если пчеловоды, ну, как говорится, или взяток прекращается осенний, очень плохой, и разная ситуация, и матки перестают сеять. Ну, каждый применяет свою технологию. А здесь очень простая технология, не обязательно никуда сажать, ни в клеточку. Вот, передвигаете вставную доску, вот, и в вашей семье две матки все равно, они будут сеять две матки. И что дальше? Позволяет нарастить пчел в зиме, так как старых маток я уничтожаю лишь поздно осенью. Здесь он в то время делал, что уничтожал маток, но при наличии сейчас совершенной информации маток можно посадить в клеточку, и если она сохранится к весне или в изолятор, слава богу, вы имеете запасную. Нет надобности уничтожать. По весне она вам пригодится. Вот. Если не сохранилась, ну, нет проблем, у вас молодая сохранилась. И таким образом, самое же главное преимущество этого приема в том, что он позволяет вовремя подсадить к семье молодую матку, которая из матки и помощницы впоследствии становится основной. То есть, без всяких проблем получается соединение семьи, не переживает человек, убили, не убили, семья свободно развивается. То есть безболезненная подсадка или замена матки в лежаках, ульях. Итак, вот так человек поделился. Это город Славянск, Сталинская область. Ну, естественно, вы знаете, в Донецкой области город Славянск был. То, я думаю, там был такой человек Голяховский, пчеловод в свое время. Итак, друзья, еще одну интересную информацию. Пчеловодство немыслимо без развития воска. Поэтому все пчеловоды знают, как его трудно доставать, как его трудно делать, как его нужно перекачивать со старых сотов, нужна воскотопка или воскопресс. И поэтому здесь пишут в свое время интересная информация, называется «Солнечная воскотопка с фильтром». Ну, все знают, что воскотопку можно сделать солнечную как, а вот с фильтром, вот здесь описывают, вот тоже интересно. Солнечная воскотопка применяется обычно при перетопке воскосырья первого сорта. Темная сушь может дать хороший выход воска только при обработке на пасечном воскопрессе. Первый же сорт воска от воскопресса получить трудно, а при очень старой суше и невозможно. Эту важную работу по очистке воска, полученного из-под воскопресса, с успехом может выполнить солнечная воскотопка с фильтром. Воскотопка должна быть сделана так, чтобы хорошо сохранять в себе высокую температуру над противнем, то есть это тот металлический лист, который лежит, на котором должен лежать воск, а он не лежит здесь, а ставится что тут? Над этим противнем, читаем, что тут ставится.
Для воскосырья я натягиваю фланель или другой какой-либо плотный материал, немного загибая его кверху. Ну, я вот так вот, как написано, так и говорю. Это является фильтром. На фильтр можно класть воск низких сортов, светлую сушь и разные восковые обрезки. Расплавленный воск фильтрируется через материал, а все посторонние вещества, грязь, прополис и другие примеси остаются на фильтре. Чтобы материал фильтра не соприкасался с дном противня, то есть с этим листом, он уже не просто на лист ложит, вот. Под него надо положить тонкие рейки. Ну, по-видимому, нарезал тонких реечек, положил, и он лежит материал так, на этих тонких реечках. Фильтров нужно сделать несколько, чтобы ими можно было заменять грязные на время их обработки в кипятке. То есть их можно кипятить, вот, или стирать, и потом опять ложить. При помощи солнечной воскотопки с фильтром из низких сортов воска получается воск первого сорта. То есть настолько хорошо фильтрируется, что вы получаете воск качественный. Мне приходилось перетапливать на такой воскотопке обрезки осадков с кругов воска. Ну, все знают, когда круги делаются, то там снизу осадок такой остается. Вот он эти осадки, обрезки, обычно некоторые их или выкидают, или еще куда на удобрение посылают. А это он даже туда на солнечную воскотопку ложил. И читаем дальше. Получено от прессования разной суши, получать при этом воск только первого сорта. То есть очень удобно, там уже воск низкого сорта, сильно загрязненный. Ну вот, он говорит, делится таким опытом. При извлечении остатков воска другими способами из этого вида сырья выходит обычно воск третьего сорта. То есть этот способ очень качественный, дает выход воска первого сорта. Предлагаемое простое приспособление к солнечной воскотопке доступно каждому пчеловоду. И тот, кто будет применять солнечную воскотопку с фильтром, получит воск хорошего качества. Итак, друзья, я думаю, что это весьма интересная вещь, нужная. И вы возьмете во внимание. И если вам нравится, ставьте лайки, подписывайтесь. Ну, я еще вам немножко зачитаю, тут интересная информация есть. Вот, и наберемся терпения, послушаем. Очень мало. Один пчеловод, это с Чувашской ССР, город Ядрин, Абакумов в свое время писал так. «Как пчелоед поедает пчел». О птице-пчелоеде я имел смутное представление. В один из августовских дней прошлого года сосед-пчеловод показал мне эту убитую птицу и рассказал следующее. Из окна пасечной избушки он увидел, как к одному из ульев спустилась огромная птица, похожая на ястреба. Сидя на прилетной доске у самого литка, она пожирала вылетавших пчел. Подкравшись осторожно к улью, мой сосед ударил палкой по птице. Удар был настолько сильным и удачным, что огромная птица замертво свалилась с прилетной доски. Вначале мы приняли ее за ястреба, но заглянув в словарь-справочник пчеловода, в котором помещена цветная таблица хищных птиц, убедились, что в наши руки попал не ястреб, а молодой пчелоед-хищник, питающийся пчелами и другими насекомыми. Интересна повадка пчелоеда, с какой он захватывает пчел. Усевшись у литка, пчелоед клювом стучит по прилетной доске. На этот стук пчелы массой вылетают из улья и становятся жертвой птицы. Вот такой коротенький рассказ. Я думаю, вам интересно будет, потому что люди имеют разные места, в разных местах пчел. И они, эти пчелы, часто исчезают. Поэтому приходится наблюдать, чтобы птицы их не поедали. Итак, еще маленький-маленький рассказ. Называется так. Наблюдение оспаривания маток в Венгрии. Проводились опыты. Это тоже весьма интересно. Наблюдение. Показали, что многие матки спаривались несколько раз в течение одного дня. При этом шлейф обычно удалялся за несколько минут перед или после того, как матка возвращалась в свой улей. Ну, это такая ниточка, которая тянется за маткой, шлейф, вот, и когда матка прилетает после спаривания.
называется шлейф. И далее читаем. Матки, которые спаривались только один раз, неизменно прекращали яйцекладку, и пчелы проявляли тенденцию сменить их. У меня такой случай был. Смотрю, матка прилетела, начала класть яйца. Ух, прекрасно кладет, уже рамку засела. Смотрю, матка пропала. В чем дело? Смотрю, нету матки, нету. Вот. То есть, начала класть и не стала ее. То есть, пчелы ее убрали, по-видимому. Ну, это был у меня единичный случай, но это были та исследовательская компания, которая исследовала и вот такой вывод дала. Возможно, что у нас совпали ситуации. Дальше читаем. Исследователи согласились с работой русского научного работника Тряска, что матки спариваются с четырьмя или пятью трутнями за один вылет и сами удаляют шлейф вне улья. Несколько позже молодой польский ученый Войке подтвердил это подсчетом сперматозоидов. Мне с трудом верится, что потеря шлейфа является правилом. Мы должны рассмотреть следующий факт. При посещении пасеки изолятора в дикой местности, тут называется название города Дартмор, в 8-9 часов утра, то есть до начала лета пчел на пасеке, часто находили большой процент молодых маток со шлейфом, полученными ими накануне, то есть они ночь переночевали, обычно матки вылетают попозже, не 8-9 часов. Это как само собой разумеется показывает, что шлейф сохраняется более длительное время, длительный период, чем это предполагает тряска. И также я наблюдал подобные явления в другом городе. Ну, это венгерский сотрудник описывает эту ситуацию. Итак, друзья, на этом мы наше видео заканчиваем. Желаем вам удачи, подписывайтесь, ставьте лайки и ждем следующего видео вместе с вами. До встречи!